Привет, я Мира, а это Соня, наша собачка. Это мой папа. Блинчики. Это моя мама. А это моя сестренка Бэйби. Мой старший брат Гоша. А здесь мы любим поговорить. Поможет. Конечно, поможет. Разминку нужна, чтобы не травмироваться. Раз, два, три, старт! Да вы все равно проиграете. Это еще почему? Потому что мы лучшие. Следующий. Намного ближе. Эй, погоди! Как ты это сделал? Я столько тренировался, а ты все равно меня обогнал. Ну, да. Я занимаюсь секцией легкой атлетики. Тебе бы понравилось. Приходи. А мы эту серию уже видели. Помнишь? Помнишь? Ага. Ты что-то хотел? Что произошло? Пап, а что важнее? Победа или честность? Выигрывать приятно, правда? Да, но что, если выиграл нечестно? У тебя в мозгу есть центр получения удовольствия. У древних охотников тоже такой был. Он добавлял им мотивации. Если люди ловили мамонта, то этот центр сразу активировался, и охотникам становилось приятно. Но если выигрывать нечестно, то это как успешная охота на мамонта, но без настоящего мамонта. А почему ты спросил? Да это я так. О, привет! Я как раз на секцию выходить собираюсь. А ты чего без сменки? Пока не решил насчет секции. Я по другому поводу. Тогда давай по дороге поговорим. Вот, тебе. Зачем? Это же ты выиграл. Не нужно, я себе сам в следующий раз выиграю. Понимаешь, это нечестно было. Как это нечестно? У меня есть одна суперспособность. Она странная. Быстро бегать? Нет, я не об этом. Я покажу. Только никому не говори. Ой, это как вообще? Подожди! Я неправильный, ненормальный. Так быть не должно. Ага. К тебе гости. Я пришел извиниться. Знаешь, у всех есть свои особенности. Я, например, умею шевелить ушами. Правда? Круто! Как ты научился? Лежал со сломанной ногой, больше нечего было делать, и научился. А ты как? Сам не знаю. Щелкал пальцами, а потом вдруг раз, и время замерло.
Да, твоя способность круче. Ну, не знаю. Я ее стесняюсь. Вдруг я какой-то инопланетянин? Ну и здорово быть инопланетянином. Но даже если нет, очень круто дружить с тем, у кого такие способности. Мне самому приятно хоть кому-то рассказать. Только в семье знают. Да, ты все-таки приходи к нам на тренировку. Тогда в следующий раз выиграешь у меня честно. Ну или не выиграешь, я ведь в школе самый быстрый. Вот это да! Соня чемпион! Подписывайтесь на наш канал. Это просто и важно. Привет, я Мира, а это Соня, наша собачка. Это мой папа. Блинчики. Это моя мама. А это моя сестренка Бэйби. Мой старший брат Гоша. А здесь мы любим поговорить. Мира, Гоша, обед готов. Сейчас вернусь. Смотри, просто ешь. Не поможет. Вот и славненько. А зря. У меня витамины. Спасибо, но нет. Поели? А теперь печенье. Кто будет? Я буду! И я! И Бэйби, и Бэйби! Вкуснотища! Ой! Что? Опять тут?
виновата. Это я. Почему я должна есть лук? Он противный. Ты не любишь лук? Это нормально. Я его тоже в детстве не любила. Почему ты честно не сказала бабушке, что не любишь лук? Бабушка готовила, старалась. Я боялась ее обидеть. Ты можешь сказать «нет», когда ты хочешь. Ты можешь что-то не любить. Так просто? Без хитростей? Да. Получается, что я могу есть то, что нравится, и бабушка будет мне готовить шоколадную кашу на завтрак, и суп из карамелек, и печенье на обед. Конфеты, конечно, очень вкусные, но пользы в них мало, а в больших количествах сладости даже вредны. Вот лук полезный, но заставлять себя через силу есть то, что противно, тоже не стоит. Надо стараться соблюдать во всем баланс. Лук-дак. Бабушка, не давай нам больше, пожалуйста, этот противный лук. Мы его совсем не любим. Вообще-то он полезный. Ну, мам. Ладно, ладно, поняла. Попробую без лука. Хотя, как вообще без него готовить? Нет, только не это. Подписывайтесь на наш канал. Это просто и важно. Привет, я Мира, а это Соня, наша собачка. Это моя мама. Блинчики. Это мой папа. А это моя сестренка Бэйби. Мой старший брат Гоша. А здесь мы любим поговорить. Вчера я смотрела кулинарное шоу, а сегодня мы будем печь пиццу, как настоящие повара. Вот здорово! Тай-тай! Мам! Возьмите муку и яйца. Они такие хрупкие! Ой! Эх, не повезло! Из чего же ты будешь готовить? Все в порядке. Вика, возьми еще одно яйцо. Поварята, начинайте месить тесто. Теперь очередь овощей. Кто любит томаты? Я больше люблю огурцы. А бывает пицца с огурцами? Даже если не бывает, попробуем ее испечь. Ух ты, здорово! А мне нравятся помидоры. И мне! А спорим, что так никто из вас не умеет? Вика, тебе помочь?
Спасибо, я сама справлюсь. Осторожно, обожжешься! Нет, я ничего не почувствую. Крутой у тебя гаджет! Да, и заряда батареек надолго хватает. Супер! Але-оп, разворот. Мира, тебя что-то беспокоит? Вот я думаю, Вику жалко. Она не сможет зашнуровать себе ботинки или держать иголку этой рукой. Шить можно другой рукой. А ботинки сейчас делают на липучке. Лично у меня Вика не вызывает жалости. Она выглядит счастливым человеком. Все равно ей трудно. Зато, если начнется ураган, Вика зацепится за турник и защелкнет свою руку, и ветер ее не унесет. А почему вообще так бывает у людей? Можно? О, так нету. Ну ладно, на. Мы все разные. Смотри, ты любишь белок, Бэйби желток. У тебя темные волосы. У Гоши рыжие. Я люблю дождь, а папа не любит. А? Что папа? Где папа? У тебя две одинаковых руки, а у Вики разные. У тебя очки. И у меня. А с Евой мы обе любим принцесс. А мы с тобой играть в шпионов. А еще в шпионов любит играть Роберт. А мы с Викой любим готовить. И я люблю! И я! Как много у нас общего с разными людьми. И так же много того, что нас различает. Точно ни на кого не похоже, только если на Соню. Подписывайтесь на наш канал. Это просто и важно.